Привет, народ! Привет, YouTube! Такое небольшое объявление. После того, как у меня появились пресс-клещи новые со сменными матрицами, да, от компании Штук, это ПК-22МБ+, да, многие люди стали вроде писать: подари мне старые, вот это как раз те самые ПК-10У. Передаривать подарки как бы мало того, что нельзя, это и неэтично, да, и, ну, не совсем правильно. Так как мне те клещи дарили, я созвонился с компанией Штук и спросил разрешение, как бы, дарить я их не могу, да, дарить не могу, неэтично, но здесь переговорил, побеседовали и, короче, пришли к такому мнению. Да, то есть пришли к такому соглашению, скажем так, да. В принципе, не они пришли, это я до этого додумался, но желающих много, клещи одни. Что же делать, да? И вот что я решил сделать. Дело в том, что открыли ветку мы специально по инструменту Штук, по расходным материалам передовик на форуме сайта cshka.ru. Эту ветку веду я, то есть я буду стараться вести эту ветку, отвечать на эти вопросы. И я договорился со Штоком, с передовиком, что в случае чего, на какой-то вопрос я не могу ответить, я буду обращаться к ним, да, вот. Поэтому в этой же ветке будет создана тема, конкурс, да. Конкурс от компании Штук, ветка будет прибита, и вот этот самый первый конкурс провожу я и разыгрываю. Именно эти клещи решил разыграть, пресс-клещи ПК-10У. Да? Такой же, ну и задание конкурса, да, то есть задание конкурса такое, это должен быть, скажем так, фотоотчет. То есть, если это будет видеоотчет, если этот фотоотчет будет иметь при себе еще и какое-то видео, будет очень неплохо, но фотоотчет, то есть с описанием того, что вы делали, да, с применением какого-либо инструмента из линейки Штук. Да? Вот. А победитель получит эти пресс-клещи, и его как раз работа, скажем так, да, будет выставлена на сайте cshka.ru в виде статьи, то есть позднее она оформится как статья и будет выставлена там на сайте. То есть это не обязательно, я не говорю про то, что вы всю работу должны сделать именно только инструментом Штук. Нет. Возможно, вы ремонтировали удлинитель у себя дома, да, ремонтируя удлинитель, использовали, ну, я не знаю, там тут бокорезы Штук, пассатижи Штук, отвертки Штук, я не знаю, любой из этого, да. То есть это должны быть работы, относящиеся к электрике, да, и с применением инструментов марки Штук. Одного-двух инструментов хотя бы. То есть я не говорю о том, что все работы должны быть выполнены именно инструментом Штук, да? То есть, и, соответственно, вы выкладываете этот фотоотчет в эту тему, как раз в тему конкурса, вы выкладываете этот отчет с фотографиями, то есть, и там уже дальше мы подведем итоги. Начнем мы этот конкурс, ну давайте, пускай он длится до 20 июня 2017 года, да, то есть работы будем принимать на конкурс до 20 июня 2017 года. После 20 июня мы будем уже выбирать победителей, ну и дальше уже будет вручение, отправка приза. Вот такой анонс конкурса.
Ну, всем желаю удачи, всем пока, до новых встреч в следующих видео.